Здорово, Амигос. Многие, кто смотрели предыдущую серию, поняли сейчас, что сейчас я буду мстить. Эта серия начнется с мести этим королям болотников, которыми меня изнасиловали в прошлой части, разорвали на мне доспехи, как трусы на шалаве. Эй, чё с мышкой? Так, и придется им сейчас огребсть. А, кто-то написал в комментах, а чё ты не взял у Варвары там этот толстяк, там еще какие-то. А, у нее гранатометы, пусковые ракеты. А, могу сказать почему. Потому что Варвара, как вы знаете, имеет привычку собирать с пола всякое дерьмо. И мне уже, блядь, честно говоря, страшно заглядывать в ее инвентарь. Просто потому, что он засран. А разработчик решил, плохо подумал и решил, видимо, что функция, такая функция, как выбрасывать лишние вещи из инвентаря своего спутника, это, ну, она не нужна, мягко скажем, в этой игре, да, что вполне себе удобно перетаскивать вещи спутника к себе, блядь, в рюкзак, а из своего рюкзака уже выбрасывать. Но это, и в этом мои взгляды с разработчиками разошлись, потому что, по мне, это неудобно, это полное говно, я этим не хочу лишний раз заниматься вообще. Хотя, может быть, такой вариант, может быть, маловероятно, но все-таки, сука, может быть, что просто я не понял, как выбрасывать вещи напрямую из инвентаря спутника. Или сказать ей, чтобы она перестала собирать с пола всякое дерьмо, которое она считает охрененно нужной для нее вещью. Да, но на самом деле, конечно, она ошибается. Ну что, где? О, Варвара наступила мимо досок. Ну что, где? Где короли болота-то? Заебенчик. Так, Варвара подверглась нападению. Походка рыбакопа, я, блядь, пытаюсь отсюда уйти. Мины мои остались лежать где-то сзади. Уровень радиации, вижу, растет. Тут же какие-то текстуры, через которые вообще не пройти. И тут же меня догнал этот, сука, говноед. Мне вот интересно, зачем они тут наложили свои досочки, вот эти обосранные, которые, сука, проламываются. И где тут мои мины, я тоже не понимаю. Ну вот, первая бахнула. Да, мины крайне эффективны в бою с этими. Слушай, а мне кажется, или Варвара мои мины просто собрала за мной, прошла? То, что вот они должны быть, а их нет. Да, тут пиздец. Минировал, и все жопа, блядь, хуйней накрылась полно. Если я сейчас найду у нее, блядь, в инвентаре свои мины, она пиздюлей получит реально. Система критов, конечно, блядь, в этой части просто пиздец меня радует. Надо его набрать, потом нажать кнопочку. И тогда вот она кританет. Ну давай. В третья минута, бля, жертва сражения. Один последний остался. Кто? Ну, кое-как. Кое-как. Двоих. Третий не вылез, слава богу. Был бы третий, была бы жопа. Ну и что в итоге? Где мины? Противопехотная мина, да? Патрон. Нет у нее противопехотных мин, но, сука, куда они тогда делись?
А, вот они лежат. Все-таки лежат. Надо как-то более на видное место ложить. Но сейчас еще, сука, свечерело, поэтому и так нихера не видно. Но руку мне почти оторвали, они, заметьте. Блять, еще один. Немножко уже поднадоело, блять, это сражение с этими уродами. О, вот это похоже на критическое попадание уже немножко. Но это, конечно же, не оно. Слушайте, как гамалуч-то у него что-то попадать перестал. Мне вот даже интересно, что они тут охраняют? Тут как минимум должна быть целая библиотека этих ебучих журналов. Крит, я так понимаю, имеет 100% попадание? Имеет. Мне кажется, что вот только крит и имеет 100% вероятность попадания в этой игре больше. Уж никаких гарантий, что что-то куда-то попадет, тут нет. Блять, как-то можно здесь залезть куда-нибудь, чтобы прыгнуть, блять, и залезть на тот корабль? Пизда-то, я вообще, по-моему, застрял. Аллилуйя. Кое-как. Но здесь доски были, на которые сломались. Я не знаю, может, от того, что у меня вес большой, или я в силовой броне, так бы, может, они типа выдержали. Ну и что они охраняли так яростно? Тир один, психа. Амортизирующая затененная боевая броня. Цена вопроса полтишок. Вес 2,7. 9,9 защиты, но, сука, никаких бонусов она не дает. Чувствительный боевой карабин. Ну, это борода тоже полная. Говорят, писал кто-то в коммент, что боевые вещи, типа, самые крутые в этой игре. Ну, блядь, явно не в этом случае. Очень сложный замок здесь. Я надеюсь, что то, что лежит за этим замком, соответствует, блядь, сложности. Горелка Бунзина. Вес 1, медь, сталь, изолента. Вот медь, кстати, мне очень нужна. Криамина, плазменная граната, серебряный медальон. Серебристые 2. При разборе медальона я получу серебристые 2. Что серебристые-то? Жабры, чего именно? Пупсик тут никакой не стоит нигде. Не стоит, да? То есть, ну, по сути, ничего нужного здесь не оказалось такого прям выдающегося. Без чего бы я прям жить не смог. Да, под водой действительно можно ходить в этом костюме, но, блять, как это долго. Нихера вообще ничего не вижу. Вижу вот берег, фонарь светит, но, сука. Вообще муть, во, наконец-то. Сейчас еще осталось вот этот кораблик осмотреть, что тут на нем было. Три корабля и три короля болотников здесь. Нет, все, ничего больше тут нет. Печальная микролокация без каких-либо плюшек. Кстати, а вот эту избушку я внизу осматривал? Что-то вот я не припоминаю. Ментанты, да-да-да. Заряд плазмы, панталоны, все понятно. Блять, силовой брони нельзя, видите, как досада. Сейчас высплюсь и пой... Что я, блядь, только что вот взял? Вот какого... Вот нахуй они вот это положили? Блядь, я, наверное, уже не узнаю, что это было. В темноте на обоссанный матрас что-то вообще... Ложить сверху что-то неразличимое настолько. Лишний раз напрягать... Блядь, это что было? Тут во сколько тут светает-то вообще? О, наконец-то. Здесь такое ощущение, что на этом болоте всегда пасмурно и дождик льет. Oh, sure.
К сожалению, сука, у меня в быстрой локации этот убежище 95 еще не попало. Я до него-то как-то, как до такового не дошел. Тир-1. Что-то, кстати, вот пехотные мины, они вообще ничего не наносили этим товарищам с болота. Демонстрирую свою полную бесполезность в бою. А я их собирал, старался. Ну, ну, возможно, что... Нет, ну, точно, плазменные это все против... Против ботов, против киборгов всяких. А против болотных тогда я не знаю. Ну, должны были ли противопехотные что-то сделать. Может, просто мины в этой игре как таковые, это говно, которое... Ну, по первости, они, может, чем-то помогают. Что-то там упало, что ли? Может, винтокрыл? Кто-то сбил из чего-то. Ух ты, ёпты. Робот. Интересно, а чем этот робот может помочь? Может, он может помочь зачистить убежище? Я помню таких роботов в Нью-Вегасе. В этой части я пока таких не видел. Мне кажется, это довольно жесткий. А вот он, сука, и вылез. Энтер-1. Он не помощник, это противник, сука. Импульсная граната, стрелковый карабин, усиленный снай. Бесшумный. Стрелковый карабин, усиленный снайперский. А, стрелковый, калиброванный, усиленный снайперский. Да. 66 дамага, что-то он вяленько как-то усилен. Так, ну что, Варвара уже ведет сражение, я так понимаю. Тут ничего. Тут ничего. Где он есть-то? Очень быстро, я хочу заметить, этот робот-охранник передвигается. Но судя по тому, что Варвара его наполовину уделала, он какой-то говенный. И опять звук завис. Что-то звук уже задолбал лагать тут, честно. Зависая наглухо. Ну, надеюсь, что его товарищи... Товарищи, которые, видимо, моделью чуть покруче... Сложится так же хорошо. Вон он один. Наверху это что, это манекен? Так, ну что, давай вызывать его. А, сука, на входе еще легендарный, ёб твою мать. Так, мне что надо? Мне надо оружие, импульсная граната. О, можно импульсную мину даже кинуть. Он же подойдет сюда сейчас все равно. Сука, как почуял, ты посмотри. Как почуял, что там заминировано. Абсолютно калечные выстрелы, блядь. Русские не сдаются, ёпта, пошел нахер. Демон. Ну, из них, я так понимаю, должны падать очень крутые всякие схемы, из которых должна падать медь, проводка и вообще все, что мне надо. Вот мина лежит. Легендарный стрелок. Это не робот, это стрелок. Но с легендарным стрелком-то, блядь. Стрелок меня вообще не страшит уже нисколько. Блядь, почему он мутировал-то? Его именно ваншотить надо было, что ли? Наполовину здоровья, чтобы он не мутировал. Ну это ж, блядь, невозможно. Невозможно столько ему нанести урона. Я буду лечиться именно очищенной водой, потому что она имеет вес 0,5. Это уже начинает утомлять. О!
Подождите. Боевая броня, боевая броня, боевая. Неплохо одет. Карабин говно. Грязная армейская форма. О, сила, ловкость 1. Да, правильно, чувак какой-то написал, что надо, блядь, носить эту хуйню. А я... Ой, какая неловкая ситуация. А я уже апгрейднул, кстати, свой комбинезон. Я ему что-то там приделал. Подкрепляющая металлическая броня. А чё, он в двух, что ли, ходил? А, это лут с него. Он ее сам не носил. Форму для кекса, кстати, алюминий. 3, между прочим. Так, сопротивляюсь энергии и урону по мере уменьшения здоровья до плюс 35. Хуя себе. Сказал я себе. Вот эта тема. Вот это надо таскать. Потому что это очень крутая штука. Тем более энергии. Но поскольку я хожу в своем экзоскелете, да, толку от этого пока что никакого не будет. Но вот когда батарея закончится, да, или когда я перейду. Что стреляет? А, турель внизу. Когда я перейду на обычное шматье, тогда эта броня свое слово еще скажет, я уверен. Блять, готовить. Не хочу ничего готовить, надоело. Так, это турель, да? Еще и какая экзотичная, смотрите, прилепили куда. Я так понимаю, что здесь одни стрелки, да, и больше никого. Что ж такое-то? Наиболее, мне кажется, эффективная стрельба из этого карабина — это чередовать выстрелы и удары штыка. Тогда перезарядка как-то, не знаю, сбиваешь атаку врагу. И перезарядка, мне кажется, быстрее начинает. Все, руки у брони нету, нога тоже болтается. Одежда. Где этот? А. Вот, грязная армейская форма. Видите, у меня зато комбинезон-то дает по 10 защиты. А, в силовой броне, конечно. Но по 10 защиты он дает, потому что я его апгрейднул, наверное, поэтому. Так, он, наверное, не должен ничего давать. В любом случае, сейчас... Я понял, что да, надо прокачивать всякие навыки, блядь, создания оружия. Взломы, слава богу, уже можно не качать. Даже компьютерные, я думаю, что уже мне никогда не пригодятся. Ненавистные, да? И тратить на что-то более полезное. 17 батарей у меня в инвентаре сейчас остается. После этой миссии, я думаю, останется уже где-то 15. И... Можно будет начинать их экономить. Ох ты, ёпта. Оптическое волокно, предмет взят. А ловушку можно взять? А, нет, с ловушкой взять нельзя. Что-то я сомневаюсь, что это оптическим волокном натянуто. Так, это стрелок, да? Херакс. Я помню, была фракция подрывники, она была не очень такая многочисленная, у них была одна вроде как локация. В третьей части, откуда тут стрелки? Так расплодились. Но это бывшие военные. Сразу видно. Которые не стали мять Тити. Решили, видимо, захватывать власть. Терминал. Ну, что тут? Варвара пошла портить стелс. Отключить. Странно, что терминал с отключением турели не был запаролен. Какой наблюдательный. О, ну. Сука, перезаряжается, как винтовка Первой мировой, твою мать. Добыча моя, крикнула Кейт. Это все, что, видимо, интересует. То есть в голову это не авторитетно, да? Ой, это что такое? Мистер Храбрец. Да, мистер Храбреца, конечно, блядь. Из этого говна хуй убьешь.
Да его из лазера-то хер убьешь. Слушайте, надо было в помощники брать мистера Храбреца, походу. Хотя за него опыта дали не как за обычного. Не как за обычную какую-то шавку. Он опыта дал как легендарный стрелок, по-моему. Голова с плеч. Так, мусорщик, говорят, навык хороший при разборе, чтобы что-то давали там. Ваши тренировки. Автоматическое оружие наносит на 20% больше урона. Слушайте, хочу все-таки автоматическое оружие, чтобы наносило на 20% больше урона. Ничего не могу с собой поделать. Подождут эти прокачки крафта. Морковь. Ну что, пусть будет морковь. Посею в огороде там, чтобы выросло. Я слышу, что кто-то идет или нет? Беречь сухарики. Подождите, а где мистер Храбрец-то загнулся? А вот он. Блять, штурматрон. А где он? А это он снизу так наваливает? На, придурок. О, здоровье-то уходит при виде штурматрона само. Здоровье не ждет, даже когда он стрелять или бить меня начнет. Само уходит, блядь. Ну, штурматронов надо лутать полностью, мне кажется. С них всяко что-то нужное падает. Так, мы вообще ищем здесь установку, которая излечит Варвару. Но я что-то пока не вижу. Это, наверное, какой-то медицинский отсек надо найти. Да, блядь, это Варвара сейчас пулю горбом остановила или мне... Ну ты пойдешь его атаковать-то, ёбаный в рот. Да нахуй надо, да, скажу, на пуле, блядь. С практически голой грудью танковать. Можно было и спать лечь, в общем-то. И ваншот. Как они, слушайте, разнообразно вооружены. И лазерами, блин, и хуязерами. А, медикс занычковали, смотрите. Хитрожопа. Сука, тут без спидбоя темно, с фонариком, блядь. Прям засветы такие ядреные. Ух ты, блядь. Ой, блядь, гранаты полетели, ты смотри. Сука. Я как бы тоже могу тем же, по тому же месту, блядь, в Варвару причем кинуть. Бей своих, чтобы чужие боялись. Ну что, Варвара в воде не тонет, в огне не горит. Сука, дерзость их уже начинает поражать, блядь. Херак. Мне нравится, как эта винтовка в ВАЦ попадает, хотел сказать, как она тут же промахнулась. Если бы можно было Варвару очищенной водой лечить, я был бы так счастлив. Но ни хера подобного. Так, это еще ниже куда-то, ёпты. Вот это убежище. Вот это понастроили. Что, с самого низа, что ли, начать? Игрушечная машинка. Вообще, я смотрел, когда видео какое-то рекламное этой игры, премьерное,
Там показывали, что крафт типа из всякого хлама, типа машинки теперь крафтятся в прицел. Но я что-то в игре этого не вижу, я вижу, что машинки перерабатываются в хлам, а потом уже крафтятся. Так, вот это говно надо как-то выключить. Так, сюда, видимо, не пройти. Сейчас, походу, придется колдовать в этом убежище просто знатно. А, это были макароны, я думал, сука, чистящее средство. Опять очищенная вода, ты посмотри, блядь. Начистили воды тут. Пустая масленка, но я не знаю, во что она там может преобразоваться. В остатки масла, может, со стенок выскребсти можно. Было бы ни хреново. Ну, сейф, как обычно, какой-то унылый. Я просто ждал, что здесь будет выключатель на стене, чтобы дальше пройти, но его здесь нет. Вообще ни хрена нет. Это была попытка подвигать скелета, надругаться над ним. Зря-зря. Понял, понял. Ну, быстрее, господи, запрыгивай. Айзека, блин, в секунду одевали в его доспехи. Они там были намного сложнее. Тони Старк, ёптать, быстрее в свою броню облачается. Тут прям такой ритуал войти там, выйти. Пафосно так все. Чё, еще стрелок? Не все перевелись на Руси. Там двери нет, значит, пойду сюда теперь пройду. Бостон Бьюгл. Срать, наверное, нашел, блядь, с газеты. Желтая тарелка. О! А! Сука, падла. Так это точно не убить, да? Потому что я вижу, что там люди из убежища лежат. Кейт похеру. Ну, блядь, попробовать, что ли, может? Может, ничего страшного не будет? Если тут аккуратненько поползу. Вот они, чуваки из 95-го. Давайте водку соберу, а то сейчас перевесы начнутся. Обухать нечего. То есть мне хотят сказать, что здесь ничего нету. Ни журнальчика не лежит, ничего, да? Что они вот просто здесь валяются и все. Может, это какая-то пасхалка к чему-то. Кейт, он продолжает выказывать свое неуважение к жителям 95-го. Она их пытается, наверное, в братскую могилу сгрудить. Думает, что их, наверное, молнией подожжет, и мы их кремируем. Еще очищенная вода. Очищенная вода. Наша хилка на века, ептать. Так, ну что, вверх зачистить или? Ну, давайте. О, стрелок в труханах ходит. Че не по форме-то? По-моему, я только что Николаса Кейджа застрелил. Потрепанный планшет. Алюминиевая банка. Забираем. Алюминий вещь очень нужная. Стимулятор, само собой. Микроскоп. Ну, вот, наверное, блядь, тяжело слишком таскать его. Еще выше дорога. Ага. Не знаю, в каком порядке стоит осматривать это убежище, чтобы ничего не забыть. Чистое. Вы мыли хоть? Спасибо, ёптать. Это парикмахерская. Мне пока... Хотя зачем здесь тогда вот этот... усыплятель, блин.
Для тех, кто... У кого это фобия, боязнь ножниц, наверное. Ну, это газ для общей анестезии, мне кажется. Так, это винт. Кто-то сторчался здесь в убежище. Интересно, откуда в убежище? Как в убежище попала наркота вообще? Блять. Ну вот тебе, блять, и терминал очень сложный. У вас слишком много вещей. Я ничего сейчас не подобрал, но вещей внезапно стало слишком много. Я не знаю почему. Возможно, кончилось действие какого-то там чего-то. Надо... А, мясо рот оленя. Я же на час его активировал. Надо еще... Ой, ёпта, нихуя себе. Кейт пошла посмотреть поближе, что это, гранаты упали или что? Бля, как тут, сука, разветвлено-то оно. В рукопашную добил. Опа, стрелок-сержант. Ну, сержант-то мощное звание, тут надо... Надо подумать. Это сейчас коктейль Молотова не сработал, просто чтобы вы понимали. Зачем я бью штыком по воздуху? И пытаюсь отсюда съебаться, блядь. Такая комната засранная. Ну, помощь от Кейт вы сами видите, да? Она их на понт берет. Нет, не бери пистол, воюй. Дерись с ними. Пизду тебе. Надо и какой-нибудь емкий большой огнемет, что ли, дать. Вот у тебя же всякое есть, какие-нибудь патроны, блядь, для него. В ближнем бою, я так понимаю, боты здесь вообще тупят. Надо только вооружать стрелковым оружием. Чтоб с них хоть какой-то понт был, но и сейчас она ничего не делает. О, он перенял мою тактику, он меня и в рукопашную бьет, и стреляет. Сука. Ща, slow motion перезарядка и отмена нахуй всего почему-то произошла, хотя я не нажимал. Да, это было легко, сказала Кейт, которая решила вообще, блядь, понаблюдать за происходящим со стороны. Но на вид-то было легко, говорит. Типа я в помощи не нуждался. Боевая броня, понятно. Все с вами понятно, сержант. Сержант нищебродов. Жевательные постилки, какое-то говно. Спать на кровати засранной тоже нельзя. Бутылка ликера. О! Критический урон при использовании... Тяжелого вооружения повышен. Ну, это хуйня полная, не пупс. Потому что критический урон в этой игре полное говно. И любые его апгрейды тоже говнище, естественно. Военная форма. Почему не грязная? Может, чистая что-нибудь другое дает? Подобрать, чтобы посмотреть. Крышка мина. Ну, это тоже говнище полное. Если противопехотная ничего не делает. Чего уж говорить. О, армейская сумка с боеприпасами. Вообще не... Так и не понял, как ее распечатать. Может, на станке в хлам скинуть? Разобрать на составляющие. Ну, там что-то текстиль, говно какое-то выпало в прошлый раз, насколько я помню. Так, ну-ка, все-таки военная форма. Смотрите, грязная военная форма лучше, смотрите, грязь дает единицу силы, блядь. Надо тоже, блядь, свои джинсы стирать перестать.
Мало ли что будет. Терминал для жильцов. Ну что, я больше не выдержу. Оставаться в завязке нет смысла. Здесь такой же ужас, как и наверху. Мне нужно то, что поможет с этим справиться. К черту программу. Мне на нее плевать. Честно, пойду к друзьям. Здесь кто-то еще остался. Так, они сказали, что программа... А, что помогали нам в убежище, мы должны были быть в безопасности. Это должно быть место, где реабилитация практически неизбежна. Может, для всех это и был конец света, но для нас, пропащих душ, это было начало новой жизни. А, здесь сюда наркоманов согнали, да? Я был благодарен им за возможность начать все с чистого листа. Мы все были им благодарны. Последние 5 лет для нас выдались нелегкими, но за это время мы стали одной семьей. Любой из нас был бы счастлив остаться здесь на всю жизнь. Теперь произошло вот это. Что вот это? Они знали, что делали. Они не пытались нам помочь. Мне казалось, что я больше никогда не увижу препаратов. Но вот, пожалуйста, добро, которого хватит на всю жизнь. Но я ж смотрю, что скелет с винтом в руке лежал там, в коридорчике. Как раз сказал, интересно, как наркота попала в убежище, да? Слышали? А, на всю жизнь лежит перед нами, словно на витрине. Они все время были здесь. Кто-то сразу сломался. Люди хватали все подряд и убегали, чтобы кайфовать в одиночестве. Начались стычки. Мне пришлось спрятаться. Все равно мне бы не удалось никому помочь. Я все еще слышу выстрелы. Я не могу отказаться от того, что у меня было. Если на всю жизнь на всех хватит, что стрелять-то? Мне казалось, что с препаратами для меня все... кончено, что они уже не властны надо мной. Оказалось, что это заблуждение. Мне требуется вся сила воли, чтобы сидеть на месте в заперти в своей комнате. Ну и в итоге последнее сообщение я прочитал, что он сломался. Он выбежал. И вот тот скелет с винтом, видимо, он и есть. Этот несчастный нарколыга сдался. А, вот он, наверное, кстати. Собирался собачьими консервами заторнуть. Но не успел, видимо. Так где-то здесь склад препаратов, значит. Интересно. Я хотя винты-то не юзаю в бою, по крайней мере. А, подождите, так Варвара пришла сюда. Для того, чтобы ее очистили, да? Здесь одни наркоманы и так. Мне кажется, что ее... что она зря питает надежду насчет очищения. Слушайте, а что? Игрушечный грузовик — это что-то ценное, что ли, обалденно? Мягкая подушка. Мудильник. Шахматную доску я не хотел брать, в общем-то. Так. А, все, пиздец. Перевесы, здравствуйте. А как он у них тут с бафутами, интересно? Дела обстоят. Все-таки, да чё простая игра, да? Заходишь, включаешь режим, бам-бам, до свидания. Сухомяточку завалил. Вражину. Кровать. Служебный терминал. Опенс не подошел, да? Ноль. Сука, наверное, голос правильно было. Сходство 0, сходство 0. Заебал нас алкоголь, сука. Может, если бы я не был под действием всякого говна, проще бы взломалось. Так, ваши приказы. Вы получили следующие приказы. Удостовериться, что все... резиденты пройдут программу реабилитации Волтек. Это крайне важно. А, их реабилитировали? Они прошли реабилитацию, после этого
Их поместили сюда, где снова наркота лежала. Вот в чем цель эксперимента. Вы выдаете себя за одного из резидентов. Ваша биография и данные о вашей личности должны быть уже загружены в память. Здесь они дублироваться не будут. Ваша задача сотрудничать со смотрителями по всем вопросам, связаться с выполнением протоколов на сообщение при этом о ваших особых приказах. Через 5 календарных лет у вас будет новая задача. Вы откроете секретное хранилище, которое вам показывали во время обучения. Позвольте... Ну, как дальше-то? Резидентам самостоятельно обнаружить запасы химикатов. После этого тщательно документируйте реакцию резидентов. Угу. Журнал наблюдений. А, подождите, журнал наблюдений. Сегодня прошло ровно 5 календарных лет с тех пор, как я и резиденты, и убежище 95 переехали в убежище. Это моя первая запись. Программа реабилитации Волтек помогла всем резидентам убежища справиться с симптомами абсистентного синдрома и привыкнуть к новому образу жизни в убежище. Тем не менее, некоторые резиденты перенесли абсистентный синдром крайне болезненно. Наша гипотеза подтвердилась. При отсутствии других вариантов человек может выздороветь. Сегодня, когда все заснут, я открою тайник с наркотическими веществами, который находился здесь все 5 лет. Как показал опыт, изоляция полезна. При отсутствии наркотического стимула теперь узнаем, как такой стимул изменит социальный порядок, сложившийся за предыдущие годы. В итоге все, походу, померли. Какие, блядь, интересные эксперименты проводит Волтек. Серьезно. Смысл, конечно, странный довольно у экспериментов. Ясное дело, что сидя в убежище, где нехер абсолютно делать, ну некорректно. Блять, это космонавт, обезьяна уже космонавтом стала, что здесь? То она в тарелочке била. Ну это, наверное, пасхалка какая-нибудь, просто не знаю к чему. Может, история игрушек какая-нибудь там. Ну там космонавт был в похожем костюме, но он был бас... Баз, да, его Баз звали. О, кто-то он. Торчал, играл в дочке-матери с куклами. Винты, винты. Да, все они, блядь, от передоза сдохли, походу, здесь. Значит, Варваре нужна программа реабилитации. Тебя что, тут на 5 лет оставить, что ли? Через 5 лет продолжим путешествовать, типа? Даже Варвара догадалась, что здесь эксперимент про наркоту, хотя она вроде как терминал-то не читала. А вот он, тайник с наркотой, я так понимаю. Хотя не такой он и большой. Водка, водка. Буду побухивать. Вискоридзе. Сколько у меня силы, интересно, сейчас у персонажа, походу. Довоенные деньги зачем-то здесь оказались. О! Я знал, что ты меня не подведешь, последняя кабинка. В лосинах кто-то помер, смотрите. Это же даже не брюки. Так, что у нас тут? Медикс. Стимулятор, баф. Вот, кстати, подносики-то алюминиевые. На минуточку. Как вот эта баночка. Шпилька. Ну, изолента это клей. Так, куда дальше-то? Где выход-то отсюда? Туда мне не пройти, потому что нужен супер взлом, который у меня нет.
Ну, если левел прокачаю здесь где-нибудь каким-нибудь чудом, завершив квест с Варварой. Хотя, может быть, туда и надо ее отвезти за ту дверь. Я вот этого боюсь, что... Кабинет смотрителя. Общество анонимных нарколык. Сразу видно. О, керамика, керамика. Господи, сколько керамики в одном месте. Чудо-то какое. Древний глобус. Но это мне нахер не надо. Заявление. Избираемое лицо ежедневных собраний. В обязанности входит ежедневных собраний обеспечения выполнения резидентами правил реабилитационной программы Волтек. Смотритель не обладает властными полномочиями, но обязан предоставлять помощь жителям. Любые нарушения требуют обеспечения моральной поддержки и позитивного подхода. Резиденты 95 – это одна семья, разделяющая общий путь. Должность смотрителя не должна мешать развитию выбранного резидента. Выборы будут проводиться раз в год 30 октября. Резиденты в соответствии с правилами программы могут сообщать о своем решении на основе полученных баллов. Протокол собрания. Резидент Майкл выразил желание уменьшить количество собраний. Он считает, что наркотическая зависимость больше не представляет собой проблему. Резидент Рэндалл напомнил присутствующим, что соблюдение правил программы является условием проживания в убежище. Резидент Патриция выразил сомнение, что Волтек до сих пор существует. Резидент Рэндалл напоминает присутствующим, что мы все наркоманы. Без программы мы можем снова приобрести вредные привычки. Я выразила согласие с мнением Рэндалла. Проведено голосование, решение продолжать программу было единогласным. Даже тот, кто залупнулся, отказался, что ли? Открыть дверь служебного крыла. А где тут дверь служебного крыла? Это, наверное, та и есть, которая была закрыта, да? Так. Ненадолго поборол перевес. Ну, прям вообще ненадолго. Там кто-то идет, нет? Да, наверное, эта дверь и открылась. Сука, Баффут, ёб твою мать. Баффут, он, по идее, нужен в боях. Его теоретически полагается использовать. Я его использую только, блядь, перегруз носить. Да, она и открылась. Можно было хакнуть, типа, и срезать эту миссию, пройти ее быстрее, видимо, в этом и суть. Но тогда бы вы не прочитали, получается, про эксперимент в убежище ничего. А эти эксперименты, по-моему, это самое интересное. А я уж думал, вдруг она невраждебная стоит. Оп. В окно попытались закинуть гранату. Через стекло ее швырнуть. Ты полный пипец. Это он своему другу сказал, что который ему в спину стрелял стоял. Такие ракурсы выбирает. Опа. Над ухом пролетело. Блять, тут, сука, молотки летают, как на Майдане, блять. Где турель-то, блядь? За что она где-то щелкает? Ну, сука, не вижу. О, наручники. Стимулятор. Хренолятор. Хрен там плавал. Начинается перевес ядреный. Так, помощь. Жареный металлин у меня есть. Стелс бой это весит единичку, между прочим, блять.
А, я понял, у меня зависимость от психа силы минус один была. Снял все зависимости, теперь все нормально стало. Так, ну тут ничего интересного нету. Да хоть пепельницу, хоть по... Сука, 300 же веса. А, это, блядь. Все, понял. Чё, сейчас что-нибудь выкину. Биометрический сканер вес 3, ёбнуться. Зато ядерный материал какой-то с него падает. Ага, все. То есть тут мелкая локация. Ну, это столовая. Какие-то опять застряла, блядь. На ровном месте. Это уже, мне кажется, последние стрелки на этой локации. Сейчас какой-нибудь легендарный должен появиться теоретически. Ох, они мне залп выдали. Как, блядь, в его огромных руках смотрится этот карабинчик, блядь, просто как зубочистка какая-то. Мимо, отлично. Дважды мимо, вообще прекрасно. Там застряли. Музыка опять героическая заиграла, как будто это бой век происходит какой-то здесь. Бля, этот карабин не мог. Нихера себе ты нахерачила их, слышишь? Чё ж ты раньше так не стреляла никогда? Этому карабину надо, конечно, скорость перезарядки поднимать, потому что он заебывается и вот это дерганье, блядь. 2 часа. Что там? Затвор туда, затвор сюда, это просто бесит уже. Все, тут ничего нету. Ну что, где реабилитационная эта машина, ёптать? Реабилитационная программа, это точно, блядь, машина, а не 5 лет воздержания в строгости и келье с молитвами, блин, с Пресвятой Деве. То мне кажется, что Кейт это не очень понравится. А, вот ты где, блядь. Слушайте, патронов уже, конечно, с этим навыком все больше и больше становится. Уже девать их почти некуда. Можно стрелять из лучшей пушки и начинать, в принципе, не экономить, я так думаю, да? Но это не то, чтобы лучше. Просто нам не... Ай, нравится. Спать. Вы полны сил, это вроде... Вроде как тоже повышает силу на плюс один на какое-то время, но снимет с меня все эффекты. Господи, только не самый сложный. Терминал. Требуется терминал. Чё там, баф вот упал? Съебало. А, пиво кончилось. Угу. Странно, вот зачем это делать, если не надо. Если не надо даже взламывать ничего. Просто терминал, заходи, открывай. Вот это, мне кажется, стрелок-командор. Ну, я думал, что это будет легендарный, но в итоге это просто командир. Но долбойство, он, думаю, не слабее легендарного. Если что, он мутировать не должен. Это автоматическое оружие, из которого я стреляю. Я получил к нему бонус на 20% повреждения, а то что-то незаметно. Пюре, рулет, прицельный боевой карабин. Говноед какой-то, блядь. Нищий. Ящик с инструментами. Ну, как же его не расковырять?
Шестерочка опыта на дороге-то не валяется. Комната очищения. Ну давай, сейчас мы. На военные бабло тоже возьмем. Какая интересная поза. Его, походу, хорошенько выебли перед смертью. Наверное, он последнюю шкирку скрысил. Что? Вместительная затененная броня? Вау. 10-10. Да нет, у меня круче. У меня-то с плюшками. Начать очистку. Сейчас. Надо ее посадить же в кресло. Нельзя ж так. Че у нас тут? Пакет крови. Неважно, да, какой там резус, фактор, там все говно это. Ну че? Ты чё, охерела? Мы тут 500 человек убили. Поправиться. Мы столько к этому шли. В натуре, ты чё, охерела? Сможешь снова ширяться, говно вопрос, садись. Вот бабы, сори, очкуют, блять, на самом... О, прошлое. Я не забыл, я просто охуеваю от вариантов диалогов и вообще не могу понять, что главный герой хочет сказать. Потерять тебя. А, ну это же баба. Правильный вариант очевиден. Друга, вот это ошибка. Френдзонить бабу, это, блядь, как будить дракона. Дождаться. Ты в дверь ты пройдешь, что у тебя с этим такие проблемы? Ну что, я надеюсь, она не помрет. Я что-то там не вижу никаких. Никаких приблуд, которые... Но. А, вон. Укольчики. Держись, Кейт, держись. Я буду тебя подбадривать. Тужься, тужься. Давай, скоро, сейчас. Еще чуть-чуть. Насос из нее что-то выкачали. О боже, она смотрит на меня как кот. Как мой кот, которого я понес на кастрацию. Он также жалобно смотрел. Ну, стонет она неплохо. Я поимитирую даже. Блять. Она в кресло села, а виски с меня содрали. Блять, мы тебе зрение ремонтировали или? Colors, sounds, smells. Nothing is like I remember. I can't believe it worked. The cravings, the pain, hell, even the rush. Знаешь, надо вытащить отсюда на поверхность эту штуку, она многим поможет. Seems you're not the only one. I have a feeling that Tommy had this in mind all along. Clever old bastard kicked me out of the combat zone so I'd clean myself up, and somehow knew you'd be up for the challenge. I guess he saw something in you that I missed. В этом только моя заслуга. Oh yeah? Like what? You know what I'm talking about. Look, I'm never gonna forget what you did for me today. You stepped up and helped when everyone else cashed out. I know I suck at thank yous, but that's the best you're gonna get out of me. Now, how about we get out of here and leave this place far behind? Так я не понял, мутить с ним можно или что? Я нахуя тут все это делаю?
Че тебе? Еще сеанс, что ли, надо? Блять, думаешь, тебе еще лучше станет? Ну давай попробуем. Мне кажется, она впала в зависимость от избавления от зависимости. А, она не туда села, на скамейку все-таки. Ладно, понятно, узнаем, можно ли чего-нибудь с ней еще делать. Думаю, в какой-нибудь следующей серии. Ну а пока... Пока, видимо, на время придется попрощаться. Ёптать. Что это такое светящееся лежит? Вау. Какой-то инопланетный артефакт, видимо. И здесь тоже. Это короткая дорога или что? Ладно, мне еще чопать в убежище, видимо, и с очень чертовски малой скоростью. Пойду я, как говорится, малой скоростью, а вы что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое.